Комитет Гомель-облимущества 9 августа проведет аукционные торги. Так, в Гомеле на улице Юбилейной можно купить здание кинотеатра. Площадь свыше 3000 квадратных метров. Начальная цена более 1 200 000 рублей. Также в областном центре на Рабочей улице продается нежилое здание. Площадь более 4500 квадратных метров. Начальная цена около 230 000 рублей. В деревне Паричи Светлогорского района предлагается нежилое здание. Площадь более 400 квадратных метров. Начальная цена чуть более 25 000 рублей. В Светлогорске на торги выставлено здание аптеки. Площадь более 135 квадратных метров. Начальная цена немногим более 5 000 рублей. Здание аптеки можно приобрести и в поселке Ильич Рогачевского района. Площадь помещения почти 80 квадратных метров. Начальная цена чуть более 6 000 рублей. В городском поселке Октябрьский можно купить здание РОВД. Площадь более 1000 квадратных метров. Цена почти 120 000 рублей. Подробности можно найти на сайте Комитета Гомель-облимущества или получить по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.